1 сентября, конечно, в жизни каждого человека необыкновенный день. Я до сих пор помню, как я был маленький, толстый. Меня бабушка кормила, она дала только ковшик манной каши, потому что она была из города Невинномысска, и там все настоящие южные русские такие, они носили прическу практически скинхед с чубчиком и небольшой такой ковшичек съедали. И вот я иду такой, несу, чувствую себя двуглавым драконом, потому что надо было носить георгин. Георгин был очень-очень бордовый вместе с белым, и когда я его нес, у меня было так две головы, георгин был больше, чем моя голова. Была у нас Эльвира Федоровна, до сих пор я помню, учительница первых четырех классов, которая была такая мама, она нас всех воспитывала. Тогда образование было патриархальным, компьютер еще не вскармливал людей. Ну и поэтому я вот такой получился. До сих пор я предпочитаю общение живого человека компьютера. Сегодня народ, народ еще не вполне осознал происшедшее. Патриарх буквально на днях сказал, что от ЕГЭ надо отказываться. Ничего, кроме поверхностных натаскиваний, системы ЕГЭ не дает. Надо заниматься чем-то глубоким. То есть система образования возвращается к человеку вместе с летним временем.